Прокуратура через суд требует отправить в отставку главу Вилючинска Сергея Потапова. Ведомство направило в суд иск к главе города подводников о досрочном прекращении его полномочий в связи с утратой доверия. Вилючинский городской суд этот иск принял. Возбуждено административное дело. Открытое судебное заседание о досрочном прекращении полномочий Сергея Потапова назначено на 21 июня. В прокуратуре края проведена проверка информации, в том числе представленной губернатором Камчатского края, о несоблюдении требований антикоррупционного законодательства в администрации ЗАТО города Вилючинска. Надзорными мероприятиями установлен факт неисполнения обязанности по урегулированию конфликта интересов главой Вилючинского городского округа Потаповым Сергеем Игоревичем. Результаты проверки показали, что глава муниципалитета, зная о наличии конфликтной ситуации при осуществлении контроля за исполнением муниципального контракта по строительству Вилючинского проспекта, не принял предусмотренных законом мер в отношении своего подчиненного. Как сообщалось ранее, прокуратура Камчатского края внесла представление Думе Вилючинска о снятии полномочий с главы города подводников. Но депутаты отправлять в отставку Потапова не стали. Теперь слово за судом. Ситуация с Потаповым повторяет историю экс-главы Соболевского района Камчатки. Речь идет о Василии Куркине, возглавлявшем район до марта этого года. Прокуратура, в частности, уличила главу Соболевского района, тогда еще занимавшего этот пост, в конфликте интересов с руководителем одного из управлений районной администрации. Ведомство потребовало от депутатов районной думы досрочно сложить полномочия Василия Куркина, но те отказались это делать. Тогда прокуратура обратилась в суд с тем же требованием, и суд иск удовлетворил.